На пороге, да, подарки. Так, вот это. От губернатора, от главы городского округа. Пандемия и режим ограничений не нарушили планы волонтеров своевременно в преддверии Дня Победы вручить большие и маленькие подарки ветеранам. Чтобы не контактировать с химчанами преклонного возраста в условиях сложной эпидемиологической обстановки, вкусные и полезные для дома подарки от волонтеров принимали дети и внуки ветеранов. Это огромная благодарность. Мама очень рада, конечно. Вот как в таких условиях коронавируса планируете встречать День Победы? Посадим бабушку на коляску, к телевизору. Как, ну, у нас видно, самолеты летят, парад нам частично будет видно. Ну и по-домашнему, конечно, шампанское и все, что полагается. В семейном кругу. Помимо традиционных вкусных наборов, химчанам вручили то, что они сами пожелали. Ортопедические медицинские матрасы, стиральные машины, холодильники, телевизоры. За нашим территориальным управлением закреплено 8 ветеранов. Вот, мы их обязательно всех поздравим, вручим эти наборы. И, конечно, это эмоционально очень такая работа ответственная и одновременно радостная, потому что люди встречают эмоции, и это очень правильная работа. Также волонтеры ежедневно развозят подарки от компании «Военторг». Стилизованные вкусные наборы до 9 мая получат 750 ветеранов, в том числе блокадники Ленинграда, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и труженики тыла.